Глобально вам должно быть по на мелкие неурядицы. Глобально вам должно быть по и на крупные неурядицы. Глобально вам должно быть на те или иные неурядицы постоянно. То есть, как только какая-то мысль, когда вы задумали процесс и уже двинулись к нему, которая обуславливает вас, и такая, типа, а вот это вот мне сейчас... Или вот это ты говоришь себе, если думаешь, что именно в этом моменте будет максимально приоритетные результаты, то тебе надо идти туда. А на все остальное, даже если ты сорвешь дедлайн, типа, мелкого, более мелкого значения кейса, продукта, ролика, чего угодно... Только если это не завязано на людях. Но с людьми тоже можно договориться, объяснить ситуацию и выбрать решение для того, чтобы и они не пострадали, и был как минимум вин-вин, и все равно событие, которое было запланировано, произошло. Это на одном примере. Но глобально мысль следующая, что ты должен запомнить одну вещь. Если тебя дезморалит что-то по пути к тому, что важнее для тебя в данный конкретный момент, ты должен сделать простую вещь. Ты должен вот руку вот так поднять. Во. Если ты не на байке, естественно, едешь. У меня просто на байке такое происходит. Я, когда сажусь на мотобайк, я езжу здесь на байке, ну, постоянно. Типа, в кино нахожусь. То есть, вот у меня, вот, значит, движение. И параллельно у меня процессы, типа, какие я сейчас буду выполнять, почему я туда еду, и чтобы захватить по пути, каким путем. И вдруг возникает, типа, блин, у меня там массаж 8. Я такой, раз, да, тело тянет, но, в принципе, вывезу, как бы... упражнениями много занимаюсь, иногда спазмирует тело. И в целом на байке езда, она придает компрессии лишней твоему хребту. Вот, ты такой, да, решу, можешь остановиться, выпить кофейку холодненького в 7-Eleven, встать в переулочке, потянуться, размять это, размять то, там, вот это вот все, типа, промяться, постоять, короче, подышать. Наклон, скручивание для тела полезно, и все. Сесть, выдохнуть, и все, у тебя нет проблемы. То есть ты, по крайней мере, можешь ее попустить. Но это на самом банальном примере. Как еще я справляюсь со стрессом? Когда я сплю, мой телефон в режиме sleep, никто не дозвонится. Без вариантов. Не контрится, все никак, потому что сон – это очень важно. То есть ты восстанавливаешься, ты... Да, твое тело типа восстанавливается, у тебя мышцы растут после тренировок, у тебя очищаются лишние токсины, которые накопились по спинномозговой жидкости. Короче, детски важно. Плюс циркадные ритмы еще, потому что ты должен поспать в определенные типа таймфреймы дня, там, ну, короче, чтобы это работало лучше. И когда я просыпаюсь, телефон у меня по-прежнему в режиме sleep еще час. Потому что если я буду вдупляться в процессы, которые происходят, ну вот прямо сейчас, потому что я живу там по этой временной системе, а не по Москве, не по Питеру, то, соответственно, люди пишут много, там, часа за 2-3, типа, или вот, вот прямо сейчас они пишут. То есть если мне вот проснуться... Открыть телефон, там 40 непрочитанных сообщений, например. Зачем мне это надо? У меня еще мозг не заведен, у меня еще не провентилировано тело, у меня еще густая кровь, мне надо пропиться водой и так далее. Мне надо подтянуться, вот это вот все, полежать, включить трек, постоять в планочке, не знаю, там кости промять, мусор вынести, чтобы мне было комфортно. Да банально, на крышу подняться, сходить в базик, полежать просто, если хочется сауна. Но с утра лучше сауну не надо. И, собственно, все, приходишь, ты уже такой, ух, бодренький, в душ, сел, открываешь. Только так. Потому что это дезморалит. Я не могу по-другому. Если вы сталкиваетесь с таким же, берите на карандаш. Далее, не залипать в одном процессе дольше, чем 4-5 часов. Потому что, если ты, например, сводишь музло 4 часа, у тебя уши начинают мылиться. Тело, дыхание, кровь. Объединю это в один пункт. Многие, находясь в состоянии даже неких панических атак, стрессовых состояний, естественно, не понимают, что им надо просто, например, попить, что их телу тяжело. То есть надо встать, дойти и взять напиток, желательно просто воду, и отпиться, сделать несколько глотков, несколько вдохов, и вам значительно полегчает. Встать на ногах, промять кости, пальцы,
прохрустеть все, подвигать шеей, подышать. Все, тебе будет проще. То есть не залипать в процесс какой-то 4 часа и более. То есть я, в принципе, чаще всего работаю там 4 часа максимум за день. Бывают дни экстремум, когда я работаю там 12 часов, прям 12-14, но я типа прыгаю от одного процесса к другому. То есть тут подснял, как сейчас это быстро произойдет. Далее, что произойдет? Я, скорее всего, сейчас скажу, мне тоже важно понимать приоритеты. Поиск приоритетов – это следующий пункт. То есть в следующий момент я буду, скорее всего, ну не монтировать это, но как минимум я сведу вот то, что сейчас пишется сюда, с двумя камерами. Все, сделал, отпустил процесс. Если 4-6 часов это вот дрочить, съемки клипа исключаются, ну там, сами понимаете, то ты мылишься. Если ты сводишь там, у тебя там 4 часа, ты тоже уже не понимаешь, круто или нет. Если ты пишешь 4 часа, братан, ну отрепетируй. Глянул подкасте какого-нибудь Дробышевского или Панчина, там, не знаю, Сафина, и все, и те по кайфам. Раз, там, еще если у тебя какой-то спазм в ноге, берешь вот такую штуку. Это не то, о чем ты подумал. Лежишь, смотришь, вибрируешь, проминаешь спазм, все кайфово. Раз тут, там, мышцы забиваются ноги. В максимально расслабленном положении лежишь, смотришь. Параллельно прошибаешь себе спазмы. Ну все, ты встал, ты обновился. Кайфово. То есть не залипать в один процесс дольше 4 часов. Вот too much. Порядок в доме. Что я подразумеваю под порядком в доме? Все очень просто. Все лежит там, где должно лежать. Я живу в кондо, это не самое большое жилище. У меня там типа 35 квадратов всего. Ну там... Из бонусов, да, там спортзал, бассейн, там почта у меня все есть по классике, как в этих самых бангкокских небоскребах. Однако мне, соответственно, надо разложить кучу вещей там, где они нужны. Я купил уже кучу сюда мебели, небольшой, чтобы не жрать пространство. Кучу крюков всяких, мне здесь кайфово. Я здесь как в берлоге, как в панцире. А в панцире ты знаешь, где все находишься, когда ты черепаха. Вот, ты ползешь медленно, но верно. Только вперед они ползут. Порядок в доме, порядок в голове. Я пришел к этому достаточно рано, когда... Ну, у меня прямо СДВГ, возможно, это проявление. Но мне всегда надо было знать, где что, чтобы... То есть дом – это цех. Всякие стяжки, чтобы провода собрать. Всякие микроорганайзеры, микрополочки для этого, тематические. Вот у меня под очки только солнечные и обычные 5 крючочков. Я такой на него смотрю, так, на каком я вайбе, что я хочу сейчас взять? Вот эти. А вот лучше поехать туда, какие взять? Ну, вот эти возьму. Естественно. Хоп-хоп-хоп, все перед глазами. Здесь все перед глазами. Кулелька тут, если захотел, колонка здесь. Тут инструменты этого уровня, тут инструменты этого. Тут более долгий ящик, скажем так, но тоже нужно. Тут у меня резинка, чтобы какие-то упражнения на изи делать. Там проминать спину и все такое. И это прям работает. Ты чувствуешь, как позвонок встает туда, куда надо. Отпустил, попустился, выдохнул. Так, сел. Что я буду сейчас делать? Что приоритетнее? Что кайфовее? В ком я вайбе? Ну, чтобы вы не думали, что я такой человек, процесс трудоголик и все такое. Я вот сажусь, когда вот закрыл какой-то процесс, вот этот, например, когда я его закрою, я сяду такой, так, сегодня уже суббота, шаббат, я должен был ничего не делать, это мое правило. Выбирай день, когда ты ничего не делаешь. Вот вообще ничего, вот просто по кайфу. Вот ну надо, ну ты не делаешь, потому что это тебе обернется. Отдых, ты изнашиваешь организм. Опять-таки, кортизол, что ты превращаешь жизнь в день сурка, этого не должно быть. Стресс моментально сходит, достаточно хорошо сходит, хорошими темпами. И все, сегодня шаббат, я вот этим занялся, больше ничего. Будет настроение, я еще залью это. Ну, вряд ли уже по времени, поэтому пофиг, сделаю монтаж завтра. Монтаж несложный, ну... Вам, если интересно, опять-таки такая тема, ставь лайк, обязательно пиши в комментариях, что думаешь, и делись этим видео, подписывайтесь уже.
Как я отношусь к... Вот, мне интересно, вот эта тема, как я отношусь к тому, что цифры мелкие, потому что я знаю, что произойдет очень скоро, и все будет красиво. И в целом, это просто цифры. Я занимаюсь другими вещами. Я изучаю этот город, я изучаю Азию в целом. У меня есть база на Бали. У меня тут всякие иногда женщины проскакивают. Ну и, соответственно, что-то хочется творить, и я выигрываю себе время. Не скажу для чего. Поэтому шаббат у меня будет, сегодня мне будет, поверьте, очень весело. Вот реально, сегодня я сослужил то, что очень весело. То есть я что-то сделал продуктивное, что выйдет, мне будет очень весело. Я устрою в этом городе себе приключения. Типа, это без проблем. Не то, о чем ты подумал. На массажик опять, либо там ногти лень стричь, мне постригут ногти, это все здесь очень дешево стоит. Либо просто поеду куда-нибудь, где не был, в какой-нибудь там музейчик, там Мадам Тюссо, океанариум. Ну, для океанариума поздно, скорее, на какую-нибудь грязную улицу. Ну, ты понимаешь. И похожу, покекаю там. Вообще, сегодня планировал побыть один. Очень важно побыть одному. Какое-то время просто посидеть, типа, в детоксе информационном, по парку походить, подумать, кто ты, что ты, кем ты был, что ты стал. Это нормально абсолютно, это помогает. Почему природа попускает, когда люди выходят? Ну вот поэтому. Проораться хорошо. У меня есть ваза для крика, если что, но это об этом в следующих роликах. Победить стресс. Я уже говорил в своих стримах, приходите, кстати, что когда я начинал в 2012 году, я в собственной маленькой комнатушке, в два раза меньше, чем этой, обклеив полностью звукоизолирующими материалами стены, не слыша соседей, вот на таком уровне разговора. Здравствуйте, с вами Ларин. Это демонология для самых маленьких. Я не мог говорить в камеру. Я не боялся камеры. Я боялся, что меня услышат соседи. Хотя это, в принципе, невозможно. Там стены были достаточно толстые. То есть у меня был реальный пункт, паттерн мышления, что ты не должен высказывать. То есть это не слышимость соседей, что они услышат и осудят. Это вот именно в этом. Ты должен говорить то, что ты чувствуешь. Правду говорить всегда легко и приятно, как говорится. Поэтому победа над стрессом. Осознание того, что ты живешь, когда ты говоришь. Твой голос – это ты. Звучит мясо. Когда ты говоришь, звучит твое мясо. Ты понимаешь? И как оно звучит? Как оно звучит? Как оно звучит? Это вот... Достаточно важно. Прогулялся, посидел, посмотрел на водоем, забрался на крышу, как-то, ну, двиганулся там час там на Элке, куда-нибудь в Тарховку, там, не знаю, Лисий нос, вот куда-то туда, в Комарово двинуться, если для питерских москвичей, там, выбирайте сами. Все, просто меняешь вайбу, хоп-хоп-хоп, полдня, например, это у тебя заняло, вернулся назад, либо отдыхаешь, либо хоп-хоп-хоп, что-то поделал, помонтировал. Глобально быть продуктивным, но быть на чиле, ну, так скажем, не то что на чиле, быть в майндсете, который приятен. Все, гасить стресс. Это просто на самом деле. Вспышки стресса в текущей исторической вехе, ну, они достаточно сильные, ты понимаешь. Ну и если ты находишься в эмиграции, это тоже куча стресса. Если вы думаете, что мы, мигранты, находимся сейчас в раю, нет. Ну типа всякие штуки бывают. И всякие даже загоны бывают. Вот как Мирон Яныч говорил, что там у него в Цюрихе крюк, да, ты в виде шпиона. Я нахожусь в странах, где иногда происходили жуткие вещи. Поэтому ты такой немножко... Не на стрёме, а вот ты внимательный. Внимательный, следи за собой, будь осторожен. Быть в потоке, который не дезморалит. Все, стресс убивается. На
научиться точечно осознавать, в каком состоянии ты сейчас, есть ли стресс, насколько сильно он присутствует. От 1 до 10 напишите, в каком состоянии стресса вы сейчас находитесь, прямо сейчас, когда смотрите это видео. Все, это сходит моментально. Сон, дыхание, процессы, делегирование. Но я потом про делегирование не буду, ну типа на каком-нибудь ролике, где я расскажу, как я глобально работаю, да, у нас про стресс. Типа что делегируется, что делается самостоятельно и так далее. Следующий пункт. Дистанцироваться от людей, которые вас дезморалят, которые не стакаются с вашим майндсетом, типа которые пытаются вас обесценить ваши достижения, дела. Вообще поменьше болтайте. Которые не в вашем вайбе, которые мешают вам развиваться, при общении с которыми вы испытываете ощущение именно, что вот опять стресс почему? Спроси себя. Ну и типа попусти человека, если он, ну типа вкинул такое, это никуда не годится. Ну, либо дистанцируйся просто, ищи поводы, ну это просто. Дистанцироваться от человека максимально просто. Все, типа, и вы будете стресс, кортизол ощущать куда реже. Все. Ну вот так. У меня работает это вот так. Когда я это выкупил, все, жизнь стала прекрасной. Я уже говорил, что у меня сейчас протекают лучшие дни в моей жизни. Это прям прекрасно. Столько всего случается. Столько всего сейчас происходит. Это вау. Да, есть трагедия столетия, как я считаю. Но, типа, я делаю, что могу, я помогаю, как могу. Я и в этом вайбе тоже. Типа, ты меняешь вайбы свои. И тогда, когда это надо. Надо тебе и надо, типа, вот. Я не мистик. Я материалист, там, атеист, /агностик. Все, закрыли тему. Дистанция от людей, которые вас дезморалят. Сейчас я нахожусь на стадии, когда у меня происходит переход. Достаточно прикольное состояние нового Ларина. Там 7-8 их было. Я уже проговаривал на стриме, какой ты был там, когда шажок произошел. И ты стал вот таким. Вот это пророст. Вот это пророст, и каким ты взрослеешь, каким ты стареешь. Поэтому дистанция от дезморалящих людей. Это важно. Оценить, кто друзья, кто приятели, кто товарищи, кто кенты, кто соулмейтсы. Разные категории. И оценить глобально для тебя, насколько важно будет дистанцироваться от тех или иных людей. Все. Мне сейчас комфортно в соло. Ну, таком, у меня есть друзья. Есть, вот у меня есть я и есть друзья. Разбросаны по миру. Армения, Грузия, Россия, Петербург. Это не Россия. Бали, Бангкок, Самуи. Ну, то есть, я оцениваю людей. Очень важно понимать, кто вокруг тебя. Очень важно. Душный подкаст. Вот, знаешь, вот прикол в чем? Они не заходят людям, но людям опять-таки определенной категории. Но я очень рад, я предельно благодарен вам, что вы находитесь со мной. Многие 7, многие 8, многие даже 9-10 лет. То есть они вкидывают типа мемы на стримах, типа, которые я такой, вау, он здесь. И он типа всю дорогу со мной. Это важно. Это опять-таки люди. Найти своих и успокоиться. Успокоиться. Стресс успокоится. Стресс решает. В худшую сторону, но стресс решает. А дальше уже твои проработки, там, оптимизация, операционки, потоковые вещи, тело, это все придет.